Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Сегодня у нас с вами настоящий кулинарный выпуск. В этом видео мы будем готовить три разных собачьих лакомства. Ну что, начнем? Вы давно хотите порадовать своего лающего друга чем-то аппетитным и необычным, и при этом уверены, что самое вкусное может быть сделано только руками хозяина? Мы знаем, что вам нужно. Приготовьте своей собаке лакомство, которое она точно оценит. Мы подготовили три рецепта небольших собачьих деликатесов, которые легко можно приготовить в домашних условиях. Это лакомство одно из самых простых для приготовления, при этом для лающих оно является не менее вкусным, чем другие. Для приготовления этого блюда нам понадобится мясо курицы. Его мы нарезаем полосками и сушим 25 минут при температуре не ниже 180 градусов. Затем снижаем температуру до 100 градусов и сушим до готовности примерно 10-15 минут. Творожные шарики не только вкусное, но и полезное лакомство. В твороге, который является основой этого блюда, содержится кальций, укрепляющий кости животного. Итак, перейдем к рецепту. Для приготовления данного деликатеса нам понадобится 100 грамм обезжиренного творога, 25 грамм сливочного масла и 100 грамм овсяных хлопьев. Смешиваем обезжиренный творог и овсяные хлопья с подогретым маслом. Затем лепим из массы шарики. После готовые шарики запекаем в духовке 25-30 минут. Сырное печенье – лакомство, которое ценит любой лающий друг. Для приготовления этого блюда нам понадобится 100 грамм нежирного твердого сыра, 250 грамм гречневой муки, 100 миллилитров йогурта без добавок, 1 столовая ложка растительного масла и 80 миллилитров воды. Сыр мелко натираем и замешиваем с остальными компонентами. Затем лепим из полученного теста печенье произвольной формы. После запекаем его при температуре не ниже 140 градусов до готовности, примерно час-полтора. Итак, мы с вами приготовили три разных вкусных собачьих лакомства. Осталось только дождаться питомца на дегустацию. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!